Ой, вкусный салат. Жаль, только мало было. А ты мясо ешь? Ем. О, понятно. А я не ем. Хорошо все-таки, когда мужчина умеет ладить с детьми. Это его единственное хорошее качество. Да? А почему ты так думаешь? Ладно, скажу по секрету, Серёжа хороший, но, как бы сказать, ни рыба, ни мясо. Так, спаржа. Ну и прекрасно. Я очень люблю спаржу. Вы только начали встречаться, а я Сурокова знаю, как облупленного. Он не самостоятельный. Стал бы взрослый мужчина жить с мамой. Не вижу в этом ничего такого. Мне кажется, что это прекрасно, что он заботится о своей матери. То еще о ком заботится? Она ему до сих пор трусы покупает. Ян, я же вижу, что ты делаешь. Мне все понятно. Объясни. Не совсем понятно, что тебе понятно. Никита, Сережин сын, да? Ну, я же вижу, как он с ним общается. Теперь понятно, почему он этот меня скрывал. Трудно начинать новые отношения, когда у тебя ребенок от первого брака. Ну да, ребенок от первого брака сложно. Это ваше личное, из-за чего вы там развелись? Но поверь мне, я не собираюсь заменять Никите его мать. Да, ребенок для него всегда будет на первом месте, так что готовься быть всегда немножко второй.